Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я со своим младшим братом Светиком буду распаковывать посылки. Поехали! Твоими ножницами. Два кольца. Кстати, на мне от кольцо кошечка. Распаковываем. Начну я с этого кольца. Купился. Вот такое вот кольцо ожерелье. Одно золотого цвета. Оно золотого цвета, и на нем стразы. А где мне его? А вот это пальцы. Где? Как оно на пальце. Ничего делать. Следующее кольцо – это корона. Оно какого-то бронзового цвета, и на нем тоже стразы. На эту руку отняли. Вот, теперь на большой палец. Следующая посылка. Ай-яй, да. Кое-как буду. Что же вот посылки? Кажется, я знаю. Это часы. Ой, откроем. Это вот такие часики с котами. Коты влюбленные, которые смотрят на закат. С этой стороны белого, с этой... Да. Да. С этой стороны ремешок белый, а с этой черный. Ну, покажите мне. Подождите, интересно? Распаковываем дальше. Нет. Еще одно, скорее всего, кольцо. Ну да, я угадала. Это кольцо точно. Это вот такое кольцо крылья. Допустим, крылья ангела. Крылья тоже все в стразах, а цвет какой-то золотой и черный. Сейчас его примерю. Опа. Ну и открываю последнюю посылку на сегодня. Сверху лежит. Это вот такой пенал. Котик. Кстати, открывается он снизу.
тканевый. Он очень мягкий, ушки розовые, а глаза коричневые. Вот такой вот красивый, милый пенал котик. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь кучу интересных видео. Всем пока! Был рыжим лес еще вчера, а дождик коребил.